цікавими цією темою, вони хочуть, щоб дітки народжувалися здоровими і щасливими. Ця книга без, як ми кажемо, ложної скромності є профілактикою захворювань, не тільки фізичних, а головне – душевно доповнені. І є ось такою путівником для того, щоб ми створили міцну в нашій державі сім'ю, міцну і здорову. І щоб наше покоління наступне було таким же міцним і здоровим, і щасливим. Сьогодні ми запропонували до вашої уваги розробки, деякі окремі розробки, такі як подарунок для вас. І сподіваємося, що вам буде корисно, якщо ви педагоги, можна використати в своїй педагогічній практиці. Це педагогічне спілкування, це любов очима молодих і правдивість як спосіб мислення. І також пропонується, не відразу можна додати, це тести. Ми Анатолія Пінковської, які дозволяють проаналізувати, чи яка сім'я у нас кожного з вас. Працювати на допомогу тестів із батьками, учнів наших. Тобто і книга «Духовне материнство», і ось всі ці методики самодіагностичні для пізнання внутрішнього світу, для аналізу сімейних стосунків, закладені ось і в цих розробках, і в цих тестах, і в книгах Анатолії Пінковської, які ви сьогодні можете придбати. Потужний такий матеріал міститься в книгах цих і для педагогічної діяльності, і для особистісного і професійного самовдосконалення. Тому дуже рекомендуємо. Ми є прихильниками, ми переконані, ми бачимо результати роботи, і тому і сьогодні пропонуємо до вашої уваги. Дякую. Доброго дня. Мене звати Анатолія Пінковська. Я психолог за фахом, я кандидат педагогічних наук, викладач і керівник Товариства культури світу в місті Білий Церкві. І зараз я дуже коротко представлю вам ще одну серію книг, яка вийшла під псевдонімом Емми Анатоліївни Пінковської і Сатини. Це... Ой, другий розказ. Це тритомник «Потрясіння, осмислення і подолання». По суті своєї, дозвольте перейти на російську, по суті своєї, ці книги, вони являються художественним варіантом книги «Спаси і сохрани». В них через художественні образи, события, различные ситуации изложены основополагающие принципи, закономерности, той системы самопознания и самосовершенствования, которую предлагает Эмма Пинковская. Роман в двух томах «Зиночка и одиночество» — это совершенно уникальный вклад автора в современную нашу украинскую литературу. В ней в захватывающей форме, это роман «От А до Я», в захватывающей форме раскрывается жизнь главной героини, ее семейная жизнь, события людей, ну, целой эпохи, столетия. Множество тем, которые поднимаются в книге, это отношения мужчины и женщины, это воспитание детей в доброте, в гармонии, это подходы в школе, к обучению, к воспитанию, на что следует обращать внимание, а чего следует избегать. Все это можно найти на страницах этого романа. И не сама главная героиня, конечно, ни члены ее семьи, ни ее жизнь не были идеальными. Но тот потенциал доброты, искренности, заботы друг о друге, о детях, о том, каждом вот, человеке, который подходил к этой семье, это действительно достойный пример для подражания, чтобы стать, ну, по крайней мере, не хуже каждой семьи. И серия детских книг, вообще, серия детских книг, она представляет собой такой практический ресурс по поэтапному, поступенному воспитанию в детях человека разумно мыслящего.
через очень такие понятные, простые образы, поступки, которые заложены в каждой книге. Книга сказки Фили Фасты написана, это три издания она уже пережила, поэтому это подтверждение того, что она актуальна, необходима, отвечает всем жанровым особенностям сказки, у нее сказочный сюжет, сказочные герои, семиступенчатая глубина знаний, которые в ней заложены, тайны, которые откроются только внимательному и вдумчивому читателю. Это книга о законах жизни, о доброте, об искренности, о любви, которые должны прекрасными цветами расцветать в душе каждого подрастающего ребенка. Следующая книга. Следующая книга – это «Начальная школа». Я, разрешите, ее представлю через диалог, который в прошлом месяце у меня случился с одной студенткой. Она после того, как дала характеристику главной героине и воспитательным, учебным приемам, которые тут изложены, она говорит, если бы я прочитала ее в классе в пятом, я бы хотела быть такой, как Ия. А сейчас я ее спрашиваю, она говорит, а сейчас мне надо дождаться своих детей, чтобы их воспитывать такими. Поэтому очень также рекомендую эту книгу для знакомства. Следующая книга – это «Моя земля», да, уже вот у кого-то она есть на руках. Она в А4 формате, удивительно красивая, с фотографиями. Там 7 рассказов, которые побуждают ребенка к заботливому отношению к земле, к ее ресурсам, воспитывают культуру потребления. Вопросы, которые очень логично, своевременно появляются на страницах книги, помогут и родителям содержательно побеседовать со своими детьми на предложенные темы, и педагогам, если они будут использовать эту книгу в своей воспитательной работе, помогут сделать детей более правдивыми, миролюбивыми и ответственными. Еще книга «Правдивые истории». Тоже уже у кого-то на руках. Вот. «Правдивая история», она на русском и на украинском языке издавалась, там можно следующий слайд отдельно о ней. Это тоже несколько раз уже переизданная книга, любимая у детей и родителей, потому что там трогательные рассказы о детях, которые умеют быть искренними, которые умеют жертвовать собой ради других, которые преданы и своему делу, и своим близким. И через такие простые рассказы и взрослые, и дети могут задуматься об очень многих нравственных и духовных вещах. Все детские книги имеют уже учебно-методическое сопровождение, которое утверждено Министерством образования, которое апробировано уже не один год, преподаются в различных школах. И в целом вся система самопознания и самосовершенствования Анатолия Пеньковской имеет научно обоснованную базу, которая представлена в целом ряде уже учебников, научно-методических изданий, практических пособий, авторами которых являются передовые наши педагоги современности, академик, доктор педагогических наук Николай Борисович Евтух, Татьяна Викторовна Черкашина, с которой вы сегодня познакомились, Людмила Анатольевна. Моя диссертация написана исключительно по этой системе самопознания. Эти положения педагогической системы самопознания и самосовершенствования преподаются в вузах. Через эту систему обучают и воспитывают детей уже не один год, и даже за рубежом. Поэтому мы с гордостью утверждаем, что практически на опыте эта система жизнестойкая, жизнеутверждающая и однозначно имеет место быть. Спасибо за внимание. После таких речей, конечно, трудно говорить, когда очень сильно хвалят, чтобы не разочаровать вас, но постараемся. Сегодняшняя наша с вами встреча на теме, мастер-класс называется, тема. Духовные основы современной семьи. И
говорили уже о том, что главной нитью во всех книгах вот писателя Пеньковской проходит лейтмотив самопознания и самосовершенствования. Не случайно этот мотив, потому что, проработав 40 лет, ну, 33 года врачевания и 7 лет учебы, за 40 лет в медицине, какие-то мысли появлялись, и мысли эти со временем облекались, с опытом, облекались все более и более выразительные формы, а нельзя ли жить без врачей и лекарств. Вот такая крамольная мысль у врача высшей категории стала возникать после 8 или 10 лет моей врачебной практики. Мысль крамольная, но тем не менее, очевидно, она своевременная была. И могу вам сказать пример вот теории самопознания и самосовершенствования, мы представлявшие здесь эту теорию. Я 55 лет живу без лекарств вообще. Я болею, но без лекарств. А Татьяна Викторовна уже 17 лет. Молодежь наша, ну, где-то по 5, по 8 лет уже тоже отказались от лекарств и живем себе припеваючи, и всем желаем этого. И поем песню вот этой теории самопознания, потому что можем на собственном опыте сказать так-таки так. Действует. Действенная теория. И что все наши заболевания, почти, как говорят, кроме инфекционных, хоть и инфекционные, тоже в какой-то степени зависят от мышления, от правильности постановки мыслей в нашем наплечном компьютере, как говорил наш знакомый академик Мельников Николай Степанович. И если мы займемся самопознанием, и если мы поймем, что от нашего мышления зависит наше собственное здоровье, наша собственная аура, мы теперь это слово знаем, благосостояние в семье и прочее, мы не удивим вас, конечно. Вы это все знаете, вы педагоги, вы много читающие. И чтобы поговорить о том, какие же духовные основы современной семьи, вы ведь посмотрите, какую планку ставим, духовные основы, потому что есть, очевидно, и недуховные, бездуховные есть, да, просто добропорядочные семьи, где рассудочные люди сотворили семью, нравственная семья, праведная, и духовная, это мудрые люди, которые уже и детей рождают, и воспитывают их в духе каком? Гуманизма. Мы два дня говорим на эту тему. То есть гуманизм, благородство, доброта, любовь, истина. Ну, все те слова, которые мы любим, все те сюда вкладываются в духовные основы современной семьи. Небольшой экскурс в историю вообще возникновения семьи. Мы с вами к историкам обратимся. Они говорят, что на протяжении 3 миллионов лет понятие семьи вообще не существовало. Представьте себе, 3 миллиона лет растительный мир и животный, потом 3 миллиона человеческий мир без второй сигнальной системы, а потом вначале было слово. И вот эти 6 миллионов прошли, и вначале было слово, вот тогда появился человек. И этот человек все совершенствовался, и до сих пор, вот уже 20-30 тысяч лет кроманьонский период, который мы охватываем, мы его хорошо видим, условно говорю, видим, потому что историки преподают, археологи, столько наук сегодня, геологи, археологи, они все нам это расчищают, все нам говорят, составляют по скелетам, очень красивые образы составляют, и мы понимаем, и мы верим им, и действительно так. И вот 3 миллиона, понятия семьи не существовало, и ученые говорили, условно называли этот период периодом неупорядоченных половых отношений. Однако, возражает другая группа ученых, что в каждом беспорядке всегда существует некий порядок. Ну, энтропия всегда переходит в порядок, мы же знаем, и порядок в конце концов переходит в хаос, из которого потом возникает все равно какой-то порядок. Какой? А новый, а на новом витке, а в период перемен возникает что-то новое. И таким образом мы с вами окунемся в матриархальный период, это древний каменный век палеолит, когда женщина главенствовала. Посмотрите, какая воинственная, она приказывает, она что-то говорит, и мужчина подчиняется ей. И вот в этот матриархальный период, мы говорим беспорядочных половых отношений или неупорядоченных,
существовал все-таки какой-то порядок. Посмотрите, в углублении женщины и дети жили. То есть тогда уже женщина освящена была как мать, потому что род человеческий надо было продолжать. Ее истинная функция женщины, продолжительницы рода, тогда очень оценивалась высоко мужчинами. Должна вам сказать, что историки пишут, что средний возраст жизни в тот матриархальный период был мужчины только 23 года, средний возраст был, жили. А женщины доживали до глубокой старости, аж до 40 лет некоторые доживали женщины, если их не съедало чужое племя голодное, которое набегало, или не бодал мамонт, или они не замерзали от холода. Вот какой период жили наши пращуры. Но, однако, в женской половине пещеры было утеплено все шкурами, костер горел постоянно, потому что женщины на мамонта не ходили, а они рожали и воспитывали детей. А мужчины вот где костер жгли, у самого входа, потому что они встречали и волка там, и мамонта, и иноплеменника, который с каменным топором приходил. Ну и все это сменилось в конце концов патриархальным периодом. Это уже, говорят, новый каменный век, это уже неолит, когда уже человек способен был орудия производства производить. И тогда мужчины уже появилась функция защитника, не только добытчика еды, а и защитника. И уже обремененный вот такой гордостью защитника и добытчика в семье, мужчина стал покрикивать, верховодить, и женщина подчинялась. Она, вон, видите, младенца, значит, воспитывала, рожала, шкуры мяла, очаг поддерживала, чтобы горел, ну и так далее. В общем, хорошие функции у женщины тоже свои собственные заводились. И поэтому мы с вами понимаем, что укрупление, то есть укрупнение, все крупнее и крупнее становился род. Если женщины много рожали, то по родственным связям происходило укрупнение человеческого социальных групп, которые от семьи до нации. Вот видите, от 3 человек до 100 тысяч человек. Какая лестница интересная. Значит, семья, видите, 3 человека. Род – это уже от 10 человек, община – от 30, и племя – от 100 до 1000 человек. И начали объединяться племена. Если все 3, которые, 4, которые красным и вот розовым слегка, это были родственные связи, тесные родственные связи, очень тесные, немножко поменьше, поменьше вы же видите по цвету, то объединение племен разных происходило с целью защиты, потому что уже развивалось человечество, оружие появлялось, надо было защищаться. По территориальному признаку, зеленым мы изобразили здесь, это уже было объединение до 10 тысяч. Очень напоминает, кто знает армейский порядок, взвод, рота, полк, дивизия, цифры очень подходящие такие. Ну, я же военную кафедру проходила, поэтому я это знаю как врач. И затем 50 тысяч человек, когда объединялись племена, это уже народность называлась, это уже по свободной воле соединялись люди на территории, и если у них была общность какая-то социальная, то тогда к 100 тысяч человекам возникала нация. Один язык, один дух, одно направление развития и традиции, обычаи, все, эта нация уже создавалась. И, как говорят ученые, этнос – это исторически сложившаяся общность людей, имеющая социальную целостность, социальную, в социуме целостность имеет. Какая? Права человека одинаковые, справедливость в социуме, тогда это удерживается. И если у нас племя по крови, народность по территории и нация по духовному соответствию, то это все тогда превращалось в государство. Так вот появились государства. А семья – это ячейка государства, это первичная ячейка социальной группы. И поэтому никуда не денешься. Последние 20-30 тысяч лет мы с вами наблюдаем развитие семейных отношений. Семейные отношения берем уже рабовладельческий для нас понятный строй, феодальный, капиталистический, социалистический, и сегодняшний непонятный, что за строй на всей планете появился, но он идет, течет, изменяется, что-то будет из него. Наши пра-пра-пра, они потом поймут, что это был за период, и они вот так вот лекцию будут читать, напишут, скажут, все, все будет понятно. Поэтому мы не переживаем, нам главное, вот это уже наш акцент в лекции, выжить в
это непростое время периода перемен. Знаете, как китайцы ругались друг на друга, ругаются, чтобы тебе жить в период перемен. Вот мы с вами живем в период перемен. Оказывается, есть положительность в этом. Только высокие, духовно развитые люди выживают в период перемен. Поздравляю нас! Мы высокоразвитые люди, если мы выживем в этот период перемен. И если мы выживем с вами, то в этот непростой период перемен из досемейных взаимоотношений, прошедшие матриархальный, патриархальный строй, и начиная с середины 19-го после отмены крепостного права и 20 век гендерное равенство, видите, сердце уже тулится друг к другу, то духовные основы, переходим к основной теме нашей сегодняшней встречи, это уже сердце в сердце в унисон должны биться. Мужское и женское сердце, какое хотите, такое принимаете. Но намек там есть, кто у нас голубой, а кто у нас розовый. И поэтому, если у нас сегодня духовные основы семьи, то мы же должны понять, а что мы вкладываем в это понятие, духовные основы семьи. И в период перемен мы с вами говорим возможности любые усовершенствования, потому что всегда новое время рождает новые взгляды и новую мораль, новая мораль, новые законы, и новые законы, новую ответственность, и в том же числе и супружескую, и гражданскую ответственность, и патриотическую, и женскую, и мужскую ответственность, и вся ответственность должна набрать какие-то новые обороты. И тогда новые взаимоотношения в семье тоже должны случиться. И вот это мы называем переходом уже в духовную атмосферу семейных отношений. Посмотрите, какие замечательные слова были сказаны выдающимся психологом и педагогом Матвеем Моисеевичем Рубинштейном, который жил на границе 19-20 столетия. Он сказал, усовершенствованный общественный строй, то, о чем мы говорим, который вот 3 миллиона и 30 тысяч лет движется этот строй, должен привести не к уничтожению семьи, а к ее оздоровлению и устранению или к смягчению подрывающих ее факторов. Не к устранению семьи. Мыслители все говорили о значении семьи, а к устранению подрывающих ее факторов. Какие же факторы подрывают у нас устои семьи? В мире физическом это инвалидность, умственная недееспособность, физическое или ослабление способностей. Частая болезненность, хронические болезни подрывают устои семьи вообще, тут нет слова духовного, вообще семьи, потому что и финансово, и силы затрачиваются, и нервы. Мы же понимаем с вами, мы живем в это время и знаем. В мире социальном это войны, бедность и безработица. Но как семью, такую благодатную почву в семье взрастить, если войны, безработица и бедность? Конечно, трудно. Выживают. И есть такие семьи, которые выстаивают в этот период. Высокодуховная, конечно, пара, которая выстаивает в такой период. И надо им песни петь и оды. А в мире нравственном это гражданские браки. Подрывают устои. Да, подрывают, потому что ответственность снижается, а надо, чтобы она повышалась. А неравные браки, ну, неравные браки, мы же понимаем, что они меркантильные бывают в том или другом случае. Либо в половом пожилая женщина за молодого выходит, либо молодой мужчина меркантильный, потому что она богатая, либо наоборот получается. Вот неравный брак по половому отношению, по возрастному отношению, по социальному отношению. Ну и, конечно, куда уже никуда не денешься, однополые браки, они, конечно, размножат наше народонаселение, что там говорить. Они же могут рожать мужчины теперь, поэтому они брачуются, поэтому они теперь так любят друг друга. Ну, я этого не понимаю как врач, а кто понимает, ну, значит, это демократ. И в мире духовном беззаконие, бездеятельность и безответственность. Видите, духовные совсем другие задачи.
и нельзя приступать закона. Закона приступать нельзя какого? Духовные законы существуют, нравственные, гражданские законы существуют. И мы видим, что три этих вида законов, гражданских, самый главный закон, Конституция, в каждом государстве своя. И она нам регламентирует права человеку разумномыслящему, как вести себя в социуме, как вести себя, чтобы не обременить собою никого и быть не в нагрузку никому. И нравственные законы, они на основе деколога, кто знает Моисеевы заповеди, ну все знают «не убей, не солги, не укради», но это последние заповеди, а первые там «повести Бога в сердце, не сотвори себе кумира, почитай родителей» и так далее, 10 заповедей. И вот на основе этих нравственных заповедей существуют и человечеству, они были даны тогда через Моисея, чтобы уже вот израильское общество тогда, которое избрано было, знаете, как в переводе «Израиль» как переводится? «Умом зрящий Бога». То есть этот народ уже умом зрил Бога. Что это такое умозрение? Это люди, способные видеть больше, чем просто глазами. И вот умом зрящий Бога народ тогда был, облагодетельствован тем, что ему были даны скрижали вот эти нравственные законы. И он как народ должен был уже эти законы выполнять. А духовные законы дают, это уже христовые заповеди, они дают нам рекомендации к тому, чтобы мы полюбили врага своего, или хотя бы простили его, не гневались на брата, и ближнего своего любили. И мы стараемся. А в этом, если семья вдруг не справляется, должна подхватывать вот те недостатки семейного воспитания, школа, ну детские сады, естественно, и школа. То есть родители, воспитатели и учителя должны быть объединены одной идеей, которая бы настраивала будущих граждан на вот в ту ноосферу, которую Вернадский нам предлагал развивать человечество до такой степени, чтобы ноосферное развитие, ну, разум, чтобы разумное человечество только оставалось на планете, а неразумное человечество подтягивалось до рассудочного, и тогда бы двигались вперед в эволюционном принципе развития общественных отношений. Современная школа должна стать для подрастающего поколения храмом науки, университетом нравственности и институтом духовности. Духовность – это самое трудное занятие, поэтому хотя бы институтские знания надо давать детям в школе, учителям. Об этом говорили выдающиеся педагоги, не могу не сказать о них. Более 400 лет назад Ян Каменский сказал: руководящей основой нашей дидактики пусть будет исследование и открытие методов, при котором учащиеся меньше бы учили, больше бы учились. Чему учились? Он говорил, чему учились? Терпению, миролюбию, взаимопрощению, ответственности. И тогда все то, что у нас в таблице представлено. И тогда в школах было меньше бы одурения, говорилось 400 лет тому назад, и напрасного труда, и больше досуга, радости и основательного успеха. Но учитель только если сам не занимается самопознавательной деятельностью, он не будет способен, он будет формальным учителем. А вчера Монашвили призывал в гуманной педагогике, и все дальше мы с вами посмотрим, Януш Корчев, уж куда более жертвенная, значит, ипостась учительская, чтобы была... Януш Корчак, педагог величайший, который пожертвовал своей жизнью, чтобы поддержать детей в самый трудный момент. Они шли на гибель, их всех в концентрационный лагерь послали, вы же знаете. И он, освободили его, он мог уйти на свободу, он пожертвовал жизнью и свободой своей, чтобы поддержать дух в детях своих. И сказал, прежде всего, любовь к детям, а потом все остальное и даже собственная жизнь. Вот это были учителя. Ну, надо к ним тянуться хотя бы умом. Антон Семенович Макаренко, выдающийся педагог, и я, конечно, знаю, что вы все читали педагогическую поэму, он один из ведущих педагогов, который считается в европейском педагогическом мировоззрении, перевернувший мировоззрение и поднявший на новый виток всю педагогику.
Посмотрите, какую выдающуюся фразу сказал Антон Семенович. Воспитание детей начинается с рождения их родителей. Что такое рождение родителей? Родились родители в семью. Сразу надо их воспитывать как родителей. Родителей их, в них надо воспитывать. В школу пришли, в детский сад. Их надо тоже. Недаром же у нас девочки куколки, а мальчики машинки. И дальше они в школу попадают, и мы забываем из них воспитывать родителей. Вот то, что мы вам отрывочки такие предложили, это как раз на тему разговоров с молодежью о любви, о браке и о том, как мы советуем им смотреть друг на друга. Сегодняшние взгляды немножко с другой стороны у молодежи, но тем не менее надо им прививать и то, что мы знаем. А если вы дома грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно воспитывать детей, вы уже воспитываете ваших детей, воспитываете их плохо. И никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут. Наш великий земляк Сухомлинский Василий Александрович говорил замечательные слова. Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя. Утверждая свое человеческое достоинство. А самовоспитание – это не что-то вспомогательное воспитание, а его фундамент. И никто не сможет воспитать человека, если он сам себя не воспитывает. Вот это, ну, это песня для нас, потому что мы занимаемся именно этой педагогикой – самовоспитание, самосовершенствование, потому что ничего так не действует на детей, как личный пример. И дети – самое главное восприятие школьников. Они поведение, манеру, интонацию, мимику очень сильно перенимают. И если учитель это знает, как вчера говорила Манашвили, я играю, они должны быть серьезными, а я играю. Почему? Потому что он хочет, чтобы они были, вот такие слова подбирали, манера говорить такая. Видите, как задушевная речь идет у человека, который умеет. Нужно ораторское искусство, чтобы у педагога было. И поэтому мы предлагаем, вам уже говорили здесь, в Черкасском педагогическом институте последипломной освиты, создан центр величайшими трудами вот сегодняшних сотрудников, которые представляли книги мои, спасибо им, и доктором педагогических наук, профессором Татьяной Викторовной Черкашиной, создан, конечно, с помощью ректора института Натальи Николаевны и заведующей кафедры с их помощью Светланы Леонидовны. Ну, да, создан центр, первый в Украине центр по самопознанию и самосовершенствованию. Мы вас приглашаем, в этом центре можно получить образование по самопознанию и самосовершенствованию. Проходит много методик, много очень. Татьяна Викторовна, она, вот это все ее книги. Ну, вот так, тут есть книга, где три автора сотрудничают, вот это справа, Евтов, Черкашина и Кунковская, а все остальное Черкашина. Ее методики, ее здесь разработки, книга вот «Культура взаимоотношений». И Татьяна Викторовна, ну, до такой степени неуемный последователь теории самопознания. Хочу вам открыть секрет, что в 50 лет она поступила в аспирантуру, за 10 лет стала доктором наук. Вот что ей дала теория самопознания. Я горжусь ею так же, как и своим бесконечным состоянием в жизни. И вот молодые сотрудники наши, это Аносова Анастасия Викторовна, а вот тоже уже ее труды, она у нас занимается коммуникативной культурой. А Людмила Анатольевна Северинчук, она занимается, она сейчас аспирант, она занимается культурой семейных взаимоотношений. То есть у нас фактически один лозунг – культура взаимоотношений. Человека с природой, человека с человеком, человека с начальником, начальника с человеком, значит, супругов друг с другом. Но самое главное – это человека самим собой. Это наша самая главная задача, потому что вот с самим собой у нас времени как раз не хватает. С собой заняться не хватает, пока мы всех этих перечислим, с правительством, с начальником, пока мы с супругом, со свекровью,
На себя уже времени не хватает. А вот мы учим найти время в 24 часах для себя, для того, чтобы заниматься самопознанием. Центр наш располагает таблицами, книгами более 40, таблиц у нас 35 уже, наверное, тестов. Вот есть самодиагностика, там 220 тестов, чтобы для самотестирования, потому что все это последовательно, это не все сразу должно наваливаться, а вот в день по одному тесту. И пошло, и пошло. Очнулся через год, ты уже другой. Потому что надо сравнивать себя не с кем-то и кого-то не с собой, а себя того с собой сегодняшним. Вот этому научиться, если человек научится, ребенка, если этому научить, все, это уже первая ступень к благородству. Потому что не будет никаких оскорблений и не будет никаких претензий тогда к человеку, потому что на себя посмотреть. Ну чего смотреть, если у самого рожа кривая. И вот мы определение ментального иммунитета, который сегодня необходим, потому что я вот подсказывала Татьяне Викторовне, что сегодняшняя агрессивная среда. Почему агрессивной средой мы называем? Потому что сегодня более чуткие, чувствительные, нежные, душевной структуры люди, ну, интеллигентные, образованные люди, добропорядочные, верующие многие уже люди. Они утонченные натуры, говорят, ну, такая расхожая фраза у нас. И вот эти утонченные натуры, попадая в грубый мир, представьте себе, это как металл в кислоту, ржаветь начинает, да? И вот тонкие натуры в агрессивную среду. И я, как врач, понимая, когда я еще больных исследовала, у меня большой был материал, потому что 100-тысячный район, очень много родов, 2000 в год. Я наблюдала очень многие характеры женские, свекрови, родственников, мужа. И поэтому у меня родилась вот эта теория. Когда я ее предложила своим медикам, они ее отвергли. Я стала лечить больных без лекарств. Ну, словом, понятное дело, врач, он же врач. Он должен врать хорошо. И я начала прибирать такое больным. Я прибирала, что ты выздоравливаешь у меня на глазах. Я говорила, да ты что, это ты врала, а больная верила и выздоравливала. И вот самое главное, я поняла, что вера больного, но я не врала, я просто поддерживала силы, возбуждала силы на выздоровление, потому что я увидела, что наша система здравоохранения развратила людей в смысле сбережения своего собственного здоровья. Здоровье мое, лечи меня ты. Здрасте, приехали. Зачем ты мне с твоими болезнями? Я все время направляла всех врачей сама на оздоровительные мероприятия. Профилактика, профилактика, профилактика. Потому что все давно знают, что предупредить болезнь намного дешевле и легче, чем ее лечить. Вон какие деньги сегодня. А профилактика, посмотрите, сердце, ой, 100 000 долларов надо, в Израиле сделают операцию. Да елки-палки, правильно самообладание в себе развей, эмоционально правильно себя веди, и не надо ни шунтирования будет, ни протезов ставить никаких сердечных и так далее. Я много могу рассказать чего из того, что я тогда поняла, когда еще была врачом. И когда я стала на это говорить своим коллегам, они стали говорить, ой, как ты изменилась, стали показывать. Я когда увидела, говорю, ну чего вы скрываете? Ну скажите, что у меня крыша поехала, и она поехала. Вот если ваша крыша туда, у меня поехала вот сюда. Ваша крыша на болезнь, а моя на здоровье. Я не стыжусь, что она у меня поехала. Чего вы показываете? Но все равно не понимали. Я огорчилась очень. И ушла из медицины, стала писать книги. И Бог мне дал в подарок вот таких вот понимающих меня людей, которые мы с Настюшей уже с 99-го года, мы с ней даже раньше знакомы, чем с Татьяной Викторовной, с 2000 года. И вот мы 18 лет неразлучно любим друг друга, потому что понимаем друг друга. И поэтому вот понимание – это самое главное. И если нет, до понимания еще надо миролюбие и терпение, потому что если вот там у нас написано, нет миролюбия, откуда терпение? Нет терпения, но откуда понимание? Нет понимания, ниоткуда прощения. И вот это вот по ступенечкам можно подниматься к любви. Так вот мы вам определение ментального иммунитета, который у нас родился в центре, это значит образ мышления индивида, получившего исключительное право, вслушивайтесь, индивид получил исключительное право противостоять
беззаконию, духовному, нравственному и гражданскому, и помещает миросозерцание гуманиста и умонастроение миротворца. Что же это такое противостоять беззаконию? Это то, что я вам сказала. Попадая в агрессивную среду, ты имеешь право не реагировать на агрессивную среду. Имеешь право противостоять ей. Как противостоять? Вот ты входишь, ну, допустим, вы учителя, ты входишь, как у вас там ординаторская называется? Учительская. Входишь в учительскую. Очень часто. Я начинаю говорить, и у меня же это, из меня врач, ну, 40 лет. И там раздражительная аура такая, а ты в хорошем настроении. И ты, обладающая ментальным, то есть пониманием, что сейчас могу заразиться, как при гриппе надо маску одеть, потому что тот кашляет и чихает, вот точно так поворачивайся и уходи. Иди в буфет, иди в класс, иди куда-нибудь, оставь их ругаться с их неругательствами. Вот это право не встревать, а мы, не зная этого права, думаем, ну перерыв, надо в учительскую, журнал положить, карту взять, и заражаемся, и начинаем. А заразиться с полоборота. Включайте любой телевизионный канал, можно заразиться чем угодно, вплоть до СПИДа. Но у нас это называется СМИД, синдром ментального иммунодефицита. СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита, у нас СМИД называется. Синдром ментального иммунодефицита. Вот иммунодефицита у вас сейчас уже нет. Я вам уже одну прививку сделала. Уходи оттуда, где есть раздражение. Свекровь ругается. Да, мамочка, и пошла. Начальник ругается. Сложила руки, выслушала. Хочешь ответить, ответь. Но лучше не отвечай. Прежде чем ответить, три раза вдохни. Это очень хорошее правило. Вот такой вот ментальный иммунитет, эмоциональный тоже. И какие же беззакония в поступках бывают? У духовного человека безумные поступки, антигуманные, это убий, укради, солги. У нравственного это ложь, фальсификация, ложь, мошенничество, обкрутить, обдурить. Мы заражены очень сильно, наше общество очень сильно этим поражено. И гражданское беззаконие – это безответственность, неконституционные, незаконные поступки. Ну, тоже, не убей, не укради, еще куда ни денься, это все, оказывается, духовные законы. И все это и гражданские, и нравственные, одно и то же. Поэтому нетрудно запомнить. И вот мы с вами теперь уже такие грамотные, должны понять, кто же ты, кто ты. Сейчас будет самотестирование, пожалуйста, внимательно можете себя тестировать. Ну, не огорчайтесь заранее, я говорю, если найдете что-то в себе не очень вам понравившееся. Кто ты гомо сапиенс? Человек разумный. Кто ты гомо сапиенс? Ты рассудочный? Рассудочный – это человек, значит, мы в материальном мире живущие. Мы все бываем в трех ипостасях. Рассудочный, разумномыслящий и философствующий, духовный человек. Мы все три ипостаси у нас бывают временами. Когда мы на базаре, мы рассудочные, видите, многорукие, многоокие, многоушные, все мы успеваем, туда-сюда, особенно женщины. А когда, или ты мыслящий, ну тут уже логик, значит, видите, рассудочный, он по многорукости своей создает себе проблемы. А вот разумномыслящий, он уже осмысляет, как выйти из созданных проблем. Иногда даже и находит выход. И вот нашел выход, он уже переходит в философскую систему мышления, осмысляет, а как бы мне на следующий раз не попасть в эту халепу, называется, проблему. И поэтому вот три формы сознания, три формы мышления, три формы нашего бытия. Значит, создаем проблемы, думаем, как их. Когда мы создаем проблемы, мы ищем, кто виноват. Ну, мы же не виноваты. Кто-то виноват, что проблема. А когда мы умные, становимся разумно мыслящие, это мы уже в центре занимающиеся, по таблице знающие, кто ты, тогда мы уже пытаемся, что делать найти. Ну ладно, проблема уже есть. А что же делать?
И вот когда мы задумываемся очень сильно и находим выход, ну, нам тут цены нет. Мы Платон и Аристотель, потому что мы уже знаем диалектику, мы уже правильно смотрим на ситуацию. И если я не могу изменить мир и ситуацию, я меняю к нему свое отношение. Это философская мысль. И это надо запомнить всем. И тогда нам будет спокойнее жить. Но законы духовные, значит, предполагают, что человек может быть разрушителем, как рассудочным, разумно мыслящим. Так он может быть разрушителем или созидателем, или охранителем, между находится. И вот кто ты? Ты разрушитель или созидатель? Разрушитель жестоко звучит. Однако, если мы скажем, ты разрушитель войны, тождественно созидателю мира. Ты разрушитель неправды, ты созидатель правды. Ты разрушитель зла, ты созидатель добра. Дальше масштаб твоего разрушительного или созидательного умения. Ты в себе, в семье, в коллективе, в городе, в стране, ну это уже общественное положение, масштаб человека. Так вот самое выдающееся – это разрушить в себе зло и созидать в себе добро. Это самое, ну, трудное, трудоемкое. Всегда говорили все философы, как же это, надо к этому прийти. Постепенно, постепенно. И вот смотрите, лестница из 7 ступеней, мы ее предлагаем. Для рассудочного 3 ступени. Это понять, принять и вместить новое положение для себя, новый закон, новую информацию. Нужно сначала понять, если ты не понимаешь, ты ее не примешь. Если ты понимаешь, и это соответствует твоему настроению, ты примешь эту информацию к сведению. А дальше надо вместить, запомнить. Вместить в память, запомнить надо ее. И если ты понял, принял и вместил, дальше на автомате начинает все это действовать, как учителю вам это надо знать, и ты начинаешь дальше овладевать ситуацией и применять все знания, которые ты получил новые, в этой ситуации, а дальше ты выходишь уже из класса и анализируешь, у тебя хорошо урок прошел или не очень, ты хорошо лекцию прочел или не очень, ты поступил хорошо или не очень там с начальником. И анализируя, ты уже переходишь в философскую стадию, можешь корректировать, то есть на другой раз ты немножко меньше, немножко больше, немножко тише или немножко громче, ну и так далее, вот эта коррекция называется. И ты становишься разумно мыслящим философом, и это тогда очень большая ценность. И тогда твой девиз – знать, дерзать и уметь. Фалес Милецкий 700 лет тому до новой эры, философ, говорил, человек, это его первая фраза, потом уже греческие философы, потом уже вожди все ее брали, но первым ее сказал Фалес Милецкий из Милета. Человек, познай себя, и ты приобретешь свободу, мудрость и приблизишься к истине. И вот человек, познающий себя сегодня, тоже придет к свободе, мудрости и истине. Знаете, что такое истинная свобода? Истинная свобода – это когда ты умеешь не нарушить ни одного закона – духовного, нравственного и гражданского. И ты тогда свободнейший человек. Ни один судья, полицейский, ну и другая держиморда не подойдет к тебе ни с чем. И ты будешь свободен. И вот такой человек – это человек будущего, вот этой эпохи, наступившей уже, и будущего ноосферного сообщества людей себе подобных. По требованию эпохи он должен сам себе стать учителем, врачом и судьей. Потому что иначе он не будет хорошим. Учитель, научи себя сам. Научи себя сам миролюбию, терпению, пониманию, прощению, и ты будешь тогда примером для своих детей. Врач, исцели себя сам. И ты тогда будешь примером для своих больных. Судья, суди себя сам справедливо. И тогда ты будешь справедливейшим судьей. И вот если человек разумно мыслящий становится себе, а мы становимся себе, я вам сказала, мы без лекарств болеем, нам уже в основном врач не нужен. Ну, травмы, понятное дело, тут такое не берется во внимание. Всегда врач нужен. Что уж я там своих коллег, нет, нужен врач, конечно. И человек сам себе учитель, врач и судья, тогда он не обременяет или мало обременяет, или совсем не обременяет никого в семье, никого в коллективе и так далее. И такой человек, конечно же, приятен. Он приятен в общении.
Вот. Поэтому создание духовной ноосферной семьи – дело труднейшее, однако оно ответственнейшее, однако важнейшее для современного разумномыслящего человека. А мы же с вами разумномыслящие, и мы с вами сидим и говорим о духовных основах сегодняшней современной семьи. И уточним понятие. Духовный – это гуманный, благородный, мудрый. Основы – это главные основоположные основоположения чего-то. Современное – это относящееся ко времени сегодняшнему. И семья – это группа людей, живущих вместе. Поэтому духовные основы современной семьи – это способность группы родственников мыслить и действовать гуманно, благородно, мудро со всеми. А теперь задаем себе вопрос. В моей семье все родственники мои действуют гуманно, мудро и благородно. Если нет, не переживайте. Все впереди. Вы теперь становитесь учителями себе. И когда вы учите себя и врачуете себя, вот когда вы учите себя, конфликты затекают. Когда вы врачуете себя, они учатся от вас. А когда вы судите себя, они учатся и врачуют себя. Поэтому чем ты больше, глубже станешь учителем, врачом и судьей себе, тем легче тебе коммуникации, ну, культура взаимоотношений у тебя будет. Ну, а те, кто живут рядом, они просто будут вынуждены с тобой соглашаться. Ну, или развод. Есть еще и такое. Виды родства какие? Братство мы называем родство. Это по крови, если единокровное по отцу, единоутробное по матери, односемейное – это сводные сестры и братья. Четвертый у нас вид родства выделен – это социальное родство, народное братство, это гражданское родство. То есть вот мы народ, мы Украина. У нас сегодня есть братство в Украине? Я что-то его не усматриваю, у меня бинокля, правда, нет. У кого бинокль, может усмотреть. Но я не усматриваю пока братских отношений в нашей Украине. Хоть, в общем-то, мы раньше кукурекали все время. 70 лет мы кукурекали, что мы братья. И вдруг оказалось, мы не братья. Почему? Мы не настолько братья, насколько сегодня мы хотим стать братьями. Вообще-то мы были братья немножко. А теперь вот мы были, как, знаете, сводные братья в одной семье. А теперь мы хотим еще роднее. А оказывается, философы говорят, что самое родное – это не кровное братство, а духовное. И вот если духовное братство существует, если существует нравственное братство и существует братство по разуму, вот мы сегодня братья по разуму. Смотрите, вы спокойно сидите, улыбаетесь, слушаете меня, а я пою для вас. Мы сейчас любим друг друга, мы братья по разуму. И то, что вы меня не побьете после, мы будем нравственные братья. Представляете? Ну, может быть, даже с кем-то и духовные. И вот это вот все переносится уже сегодня на семью. И вот вам характеристики современных семей. Я представляю вам три характеристики сегодняшней семьи. Смотрите, семья благополучная, условно благополучная и проблемная семья. Вот Людмила Анатольевна у нас, она у нас это государственный служащий по этому делу, и она вам может рассказать, какие проблемные у нее семьи в области, сколько же их много, и вы же видите по телевизору, когда показывают ужасный по Украине вот этот вот, ну там, по Украине или по еще по каким-то двум передачам, я иногда так включаю, вижу, ну такие уродливые отношения семейные показывают, уродливые отношения, это уродство. Уродство не только физическое бывает, оно бывает ментальное, эмоциональное, духовное уродство бывает. Вот. И поэтому семьи благополучные, конечно, вот это вот все то, что здесь перечислено, это идеальная почти семья. И если кто-то огорчился, что не все у вас так в семье, не огорчайтесь, потому что это все у всех так сегодня. И условно-проблемная семья – это не имеет всего того, что в полном комплекте имеет благополучная семья. Оба родителя здоровы, оба работают, оба образованы, оба гуманисты, оба политически в одну сторону смотрят, оба верующие в одну религию ходят. Замечательно. Конечно, в этой семье благополучно детям живется хорошо. Дети, хочешь не хочешь, выходят оттуда спокойными, во всяком случае. Условно благополучные, видите сами перечни. Немножко один туда, один сюда, но еще пока совместимо. А проблемные семьи – это там, где нет совместимости. А что же такое совместимость, мы сейчас поговорим. Но прежде мы скажем парадоксы. К
когда вроде бы внешне благополучно, все мы считаем сегодня благополучно, это трехэтажный замок за городом, 5 квартир в Киеве и 8 машин. Нет, это совсем не благополучно, богатая семья называется, мы путаем понятия. А благополучие – это получают благо все живущие вместе и дети в том числе. Благо получают. А благо – это добро, это любовь, это забота, это ответственность, открытость, искренность. Вот это благо. А мы все время все переводим на деньги. Благо – это значит много денег. Нет, сегодня и богатые тоже плачут, вы же знаете. Почему? Потому что от непонимания, неуважения, неуступчивости и неблагодарности, как правило, показывают столько фильмов сегодня, какие неблагодарные дети вырастают. То есть, почему? Потому что общения духовного нету, а окупаются родители. Конечно, им некогда, конечно, они сильно заняты. Ну, зачем тогда рожать детей? Вопрос. А если рожаешь, это знаете как, высокодуховное? Если не можешь подарить чего-то, подарил, а тебе жалко, не дари лучше, меньше грех. И если ты не можешь отдаться, ну вот я, например, сознательно, я понимала, и я все время своих мамочек, вот когда я была еще врачом-акушером, я все время говорила, если ты можешь 21 год посвятить кухне и ребенку, при этом работать, конечно, будешь как лошадь. Вот тогда рожай детей, тогда они тебе нужны. Если нет, ну зачем тебе замуж идти? Ну зачем тебе, ну не созрела ты еще. Ну и таким образом, что у нас получается в благополучных семьях, которые мы приняли считать? Кто виноват в таких семьях? А вот духовные законы, первый же закон – зеркало, учителя должны о нем знать. Это если ты разумно мыслящий человек, то к тебе подводятся люди, которые начинают тебя критиковать. Иногда жестко, иногда очень неприятно, грубо критикуют. И мы обижаемся на грубость и на форму. А по смыслу подумай. Он же критикует тебя правильно по смыслу, но грубо по форме. Вот никто никогда не задумывался. Вот депутаты наши друг с другом. И в суд. 3 миллиона, он мою честь там. А ему сказали грубой форме, а по смыслу правильно. Ты брехун, там, чи ты мандель, чи ты там щешь. И вот если оказывается по закону зеркала, ты о нем так думаешь, о том, который тебе сказал. Это закон причины следствия. Что я подумала о ней, то она мне может на языке выдать. Вот мы этого с вами, учителя не знающие, должны четко запомнить. Если у вас дети, вот вчера мы были там вчера и на чтении, и на творческой мастерской, и некоторые задают вопросы, меня родитель обматюкал. Значит, либо ты плохо о нем думаешь, а он плохо не может сказать никак, кроме как матом на тебя. Ты можешь сказать на него, ты редиска, допустим, да? А он на тебя может сказать, как он умеет сказать. У него редиска, это вот то, что ты услышал. И поэтому закон зеркала вам рекомендую хотя бы попробовать узнать о нем. Значит, это то, что ты в семье своей, как ты себя ведешь, как ты говоришь, дети тебе возвращают. И вот когда говорят, ой, какой непослушный, весь в это, в родню отцовскую пошел. Ничего подобного. Если ты это заметила, это в твою родню, а главное не в твою родню, а в тебя лично. Только хочется сказать, что плохой ребенок, закрывай рот, иди в туалет, постой там немножко, вздохни 3 раза, ну или ванну. Это у меня совмещенный, поэтому... И постоял немножко, можешь даже умыться, выходишь. А что же это такое мне мой ребенок преподнес? Думаешь ты и становишься мыслителем радостным. Ну а если ты даже найдешь, о чем ребенок свой тебе сказал, и поймешь, как тебе себя вести дальше, все, ты Платон Аристотель. И таким образом мы с вами можем протестировать сегодня, кто ты и кто твоя половина. Время у нас уже очень мало. Но интересно вам? У меня еще 10 слайдов. 30 будет там, наверное. Давайте, 17. У нас минут? 10 минут. Хорошо, сейчас будем это. Вот кто ты и кто твоя половина?
Если ты разумная, половина мудрая, нет, все у вас будет в порядке. Или наоборот, если ты рассудочный, то есть ты мудрый, а половина. То есть один кто-то должен быть выше. Мудрейший всегда вступает, всегда прощает, всегда согласен на коммуникацию, всегда. И вот если есть, это условно благополучная семья. Ссора есть, но она очень быстро затухает. Если ссора и долго длится, значит, мудрых нет в вашей семье. Ни тебя, ни его. Это очень плохо. Поэтому я рекомендую хорошо посмотреть. Мы эту лекцию выставим на сайте. Через время. В институте. Да, в институте и на сайте Свитла вы вот посмотрите, она вам даст адрес Свитла. И на двух сайтах у нас как минимум будет лекция. Проходите, будет. Да. Ну и если ты вот любящий и духовный, то ты гомо сапиенс сапиенс, то есть разумно мыслящий человек, чего я нам всем очень желаю. О совместимости мы поговорим. В семье она должна быть физическая. По физической это достижение половозрелого возраста, это расовая по группе крови. Мы никогда не думаем спросить группу крови у своего супруга. А особенно резость. А потом резус. А потом мучаемся, что дети у нас резус-конфликтные. Мы вообще уже не по резусу, а уже по антигенам конфликтные бывают, одногруппные даже. То есть сегодня наука уже дальнейшая. То есть вот эти вот уродства, все вот эти вот негаразды в родах, все это случается от того, что мы пренебрегаем условиями, которые были. Возможно, они когда-то будут незначительными. Но в данный момент они еще значительные, и от этого могут страдать будущие поколения. Психическое, эмоциональное – это по моральным принципам. Если постоянно папа надутый или мама все время ругается, папа матом, а мама… Ну, нравственные принципы должны быть тоже схожие, совместимость должна быть в этом. Как? Вот и по крови, вы же знаете, кровь нельзя чужую переливать. Вот так и духовность нельзя, чтобы, потому что постоянно будет лед и пламень, коса на камень. И поэтому эти трения нужно быть очень высоко духовным, чтобы ты умел погасить все недостатки того человека, который рядом с тобой находится. Это очень высоко. И это очень трудная задача, погашать все время энергию зла, ну как мы говорим, или энергию ненависти, или энергию. Это очень трудная задача. Это святые только делают. И то они уходят в отшельничество. Это очень сложная задача для семейной жизни, ну, религиозная по религиозным. И вот совместимость рассмотрим, вот те три наши основные, это ментальное братство по разуму, нравственное и духовное родство. И вот они, посмотрите, что они дают. Ментальная совместимость по разуму дает способность одинаково думать о добре и зле. Понятия о добре и зле будут однотипные, одинаковые, одноступенчатые, то есть одинаковые. И поэтому не возникнет противоречий. А нравственное соответствие – это будет по возникновению одинаковых чувств. Одинаково реагируют на то явление, на, допустим, на живописи, вот цвета очень. Вы знаете, что сейчас есть и ароматерапия, есть сегодня и цвета, и звукотерапия. Почему? А потому что душевное состояние дисгармонии выравнивается и живописью, и музыкой, и ароматами. И поэтому, если в семье есть совместимость поэтому, значит, в семье не будет вот никаких вот таких вот разрыганных чувств. Ну и духовное, это, конечно, самое высочайшее родство по духу, если такая семья получается. Она получается замечательно благополучно, дети счастливы там, и они есть такие семьи сегодня. Они просто не выставляются на показ. Они оберегают то, что они имеют. Это как правило, благодарны уже Богу. Можно быть благодарным Богу, родителям, учителям, окружающим людям, друзьям. Оказывается, мы не умеем благодарным быть самим себе. И пока мы не научимся быть благодарными самим себе, вы благодарны своей печени? А вы благодарны своим ногам? А вы кто курит из мужчин? Вы благодарны своим лёгким? Которая работает слаженно. А неблагодарный курит. Неблагодарной печени ест жирное, а потом пьет ножку. Неблагодарный, ну и так далее. Могу вам сказать, кто из нас неблагодарный. Себе самому. Надо себя беречь. Это вот называется любовь к себе, быть благодарным всем органам и системам, которые тебе служат. Поэтому современная семья сегодняшняя – это главный институт воспитания личности. А что такое личность? Это
зрелость. Зрелость физическая, зрелость ментальная, душевная и духовная. Зрелость физическая – это достижение возраста. В брак не надо вступать, пока ты не половозрелый. Ментальное – это наличие образования, профессии, работы, источника дохода. Сегодня студенты женятся, а потом бедствуют, а потом мучаются. То есть нужно все предусматривать, потому что мы же ноосферное общество, мы же разумно мыслящие люди. И мы же уже не 23 года в среднем живем, а вот нам сказано, уже 72 года средний возраст женщины, немножко мужчины меньше живут. Почему? Вот тоже на мамонта ходят все время, то на машине, то на водке. Душевная зрелость – это способность слушать и слышать. И вот когда ты выбираешь себе жениха, я всегда молодым девушкам, я в школе читала много лекций, говорила, вот ты обязательно разговаривай. И если ты, он тебя умеет слушать и слышать, что ты говоришь, выходи бегом замуж за него. Потому что это такое редкое сегодня, чтобы умел слушать и слышать. Ну и ты тоже. Тебя же тоже так могут выбрать. Поэтому женщины учимся слушать и слышать. Ну и дружелюбие без этого зрелости духовной никак не найти нам. Говорит нам Шалва Амонашвили в своих трудах, что личность рождается в борьбе с самой собой. Личность. Не человек. Человек – это мама в муках рождается. Хоть, в общем-то, человек тоже внутриутробно, ему больно, когда он рождается, ему больно, головка сдавливается. Но, тем не менее, личность – это же уже духовные, душевные качества – рождается в борьбе с самим собой, в процессе самопознания и самоопределения. Мы сегодня рождаемся с вами на новый виток. И воспитание, обучение должно быть нацелено на то, чтобы направить ребенка на этот путь своего становления, помочь ему одержать победу в этой нелегкой борьбе. Нелегкая борьба. Удостоверяем сами, что это очень нелегкая борьба с самим собой бороться. Но бороться не надо. Мы все время говорим, не бороться с самим собой. Надо трансформировать увиденный недостаток. Это звучит благоприятнее. Заданием благополучной семьи было рождение и воспитание не менее трех детей. Не менее трех детей. Одного посвящали Богу служению. Почему? Этим поддерживалось сохранение духовности в обществе. Служение Богу – это молитва постоянная. Второй ребенок – для служения людям. Ну, тогда, когда еще в старину это все правило было, тогда это было врач, учитель и судья – самые главные специальности. Потом, когда цивилизация развивалась, много других. Это не имеет значения, все другие специальности тоже хороши. А третий ребенок для служения родителям – это на земле. Это обязательно был земледелец, потому что был огород, был дом, корова, все это надо было. И тут же и родители, тут же тебе палочка тепленькая, тут же и ты ухоженный, и все было в порядке. Очень разумно. Сегодня, дай бог, одного выращивают ребенка. Ну и это надо нам знать. Поэтому универсальная задача воспитателям 21-го столетия, родителям, это привить ребенку чувство меры и любовь к труду, учителям привить ребенку любовь к самостоятельности, а врачам привить ребенку знание и понимание своего организма и любовь к нему, правильную любовь к нему, чтобы он себя берег, начиная с младенческих лет. Качество, воспитываемое в ребенке, личным примером, нельзя теоретически, нельзя эти качества вложить в книжку и носить в левом нагрудном кармане. Их только личным примером в семье и в законопослушании, дисциплина, и это послушность, и трудолюбие обязанности. Трудолюбие бывает умственное, физическое, духовное, душевное, все виды трудолюбия. И вот, например, я четко понимаю, я постоянно, мне все время говорили, как вы успеваете за 24 часа, ну там за полтора года написалось столько книг, а я просто поняла, что переключение с одного труда на другой – это есть отдых, не нужно определенный отдых делать. Вот я, значит, чищу картошку, слушаю радио, значит, если я пишу, то я, тружусь умом. Если я устала трудиться умом, пошла грядки там у своей подруги, прополола, вот уже физический труд. То есть замена, и я отдохнула, ум мой отдохнул, села, пишу снова. То есть вот таким образом организованный труд из одного в другой, и у тебя ни минуты покоя, ни минуты покоя. То душа трудится, то ум трудится, то руки трудятся, то ты весь лежишь, отдыхаешь на диване и смотришь телевизор. Ну, какой канал тебе нравится, такой включил. Ну, умом работает. Да, самостоятельность,
это ответственность за свои слова и поступки. У ребенка надо воспитывать это с самого малого детства. И любовь к учебе. Но мы здесь влагаем смысл к самопознанию и к самосовершенствованию. Вот теперь смотрите, седьмой наш самый такой тест. Мы предлагаем правило 4М для определения своей собственной ступени нравственности. Ты рассудочный, ты мыслящий или ты духовный? Вот сейчас внимательно, вы устали уже, но тем не менее напрягитесь. Сейчас я вам буду показывать, что такое мера. Мера – это когда рассудочный человек, он должен не взять больше, чем можно, и больше, чем нужно. Если ты человек разумно мыслящий, не взять меньше, чем можно, и меньше, чем нужно, потому что ты начинаешь впадать в другую крайность. А если ты духовный человек, то ты не присвоишь ничего чужого и не возьмешь ничего лишнего себе. Вот это духовное состояние. Определяете себя. Дальше мужество. Мужество – это говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Правду говорить людям, одну только правду говорить себе надо научиться, и ничего, кроме правды, потом всем. И это ты будешь духовный человек. Если ты хочешь числиться милосердным человеком, тогда научись помогать ближнему, как ты хотел, чтобы помогали тебе. Научился? Все, ты хороший, разумно, рассудочный человек. Если ты научился заботиться о ближнем, как о самом себе, все, ты уже разумно мыслящий человек. То есть ты друга себе делаешь. А если ты научился любить ближнего, как самого себя, как мы любим ближнего, как самого себя, мы себя любить не умеем, я все время говорю. Я буду молиться за вас, мне одна больная говорила, пришла, а сама с болезнями. Я говорю, ой, я упаси вас, Боже, не надо. Вы мне намолите вот все такое, что у меня нет. А ну мне зачем? Я же вас не прошу. Поэтому, понимаете как, она меня полюбила за то, что я ее врачую, и она меня уже молиться за меня хотела. Мне не надо, говорю, не надо. Поэтому мудрость человеческая, вот смотрите, это совершенно невозможно сегодня в нашей сегодняшней жизни, но тем не менее это духовные качества, и это как основа родительской пары для того, чтобы был мир на земле. Это понять врага своего, а понять нельзя без миролюбия и терпения. Это простить врага своего, а без понимания нельзя простить. И полюбить врага своего, если ты справедливый, то ты за что-то начнешь его хотя бы уважать. Но полюбите, это очень трудно. Я еще не умею, поэтому и вас не призываю сильно к этому. И вот рецепт усмирения желаний. Учителя должны знать этот рецепт. Смотрите, ребенок иногда топает ногами и кричит «хочу» с тремя восклицательными знаками. Ну, надо сразу же задать ему вопрос. А сам можешь это сделать? «Нет!» – кричит ребенок. Дедушка сделает. Красный свет. Да, дедушка сделает. «Хочу!» – говорит, не сильно топает ногами, два восклицательных знака. Опять вопрос. «А сам можешь?» – «Могу!» – «Да ты что не делаешь? Пробуй!» И «хочу!» – говорит уже разумный ребенок, вот то-то. «А ты можешь?» – «Могу!» – «А знаешь, как сделать?» – «Знаю!» – «Ну так действуй, что не делаешь?» Совершенно спокойно. Ни запретов, ничего, одно только слово. Хочешь, а сам можешь? И если сам не можешь, то зачем хочешь? И если ты успокоится ребенок, желание свое усмирит, ой, как же ему хорошо будет жить в следующей жизни. Вот Сухомлинский Василий Александрович, посмотрите, какие слова замечательные сказал. Поставь над собой 100 учителей, и они окажутся бессильными, если ты не можешь сам заставить себя и сам потребовать от себя. Самая большая победа – это победа над самим собой. Вот. А как же победить себя, такого разумного, мыслящего, красивого, такого интеллигентного и образованного? Вот мы предлагаем рецепт. 3П называется для достижения успеха в личной и семейной жизни. Видите, по лестнице женщины и мужчины идут, поднимаются вперед и вверх. Это постепенность, 3П, постепенность. Это дает терпение, вырабатывает. Поступенность, не надо перескакивать, не надо сразу цели большие ставить. Это вырабатывает дисциплину. И постоянство, это вырабатывает твой собственный индивидуальный ритм. И тогда ты идешь, не уставая, не отставая от цивилизации, от эволюции, и постоянно. И тогда ты, конечно, придешь к тому, чтобы заниматься духовным материнством и духовным отцовством, и попадешь на нашу лекцию, мастер-класс, которая называется «Духовные основы современной семьи»,
и мы будем очень рады знакомству с вами. Пожалуйста, задайте вопрос. Их столько, что это не сейчас. Скажите, пожалуйста, сами,